Спортивная «Вологда ГДА» откроется на стадионе «Локомотив» 14 июля. Организатор, молодежный центр «Горком-35» подготовил для вологжан больше десятка различных площадок. Состязания в теннисе и экстремальных дисциплинах, маршруты веревочного парка, презентация различных спортивных движений и направлений. Также специалисты расскажут о принципах здорового питания, а дети смогут попробовать свои силы в сдаче специальных норм ГТО города детства. Также в детской программе квесты, бродилки, аквагрим и огромный конструктор. Но одним из главных событий станет турнир по пляжному волейболу среди команд ТОСов. Он будет проходить на профессиональной площадке, которая открылась в этом году. Все по стандартам. Именно пляжного волейбола все здесь построено. И все это создавалось здесь для участия и тренировочного процесса, и соревновательного процесса для команд профессионального уровня. И здорово, что здесь смогут участвовать любительские команды на этих волейбольных площадках, попробовать свои силы. Напомню, впервые проект «Вологда ГДА», собравший вместе все городские молодежные активности, прошел в июне в рамках международного форума «Социальные инновации. Формула активности». Участниками акции тогда стали вологжане, а также гости из 40 регионов России. Идея так понравилась горожанам, что было принято решение повторить этот опыт, но разбив по направлениям. Кроме спортивной площадки, в течение лета вологжан ждут еще 4 интерактивных пространства «Вологда ГДА» в разных районах города. Цветочное, экологическое, кино и фестиваль рыжих. Алена Закатаева, Михаил Протасов, Вологда Портал.